Франция выдала международный ордер на арест Карлоса Гона. Решение приняла прокуратура Нантера в рамках начатого 2 года назад расследования. Бывшего главу Nissan Renault подозревают в мошенничестве с активами компании, коррупции и отмывании денег. Следствие заинтересовалось транзакциями, отправленными дистрибьютору автоконцерна Вамани на сумму 15 миллионов евро. По версии обвинителей, Гон также извлек личную выгоду из меценатского соглашения Renault с организацией, ведущей дела Версальского дворца, проведя там 2 частные вечеринки. 68-летний Гон находится в Бейруте. Он бежал туда в 2019 году из Японии, где ему грозит тюрьма по делу о финансовых махинациях. Помимо французского и бразильского, у бизнесмена есть также паспорт Ливана. По законам этой страны ее граждане не могут быть экстрадированы. Все обвинения Гон отрицает.